смотреть на него, как он смотрит по сторонам, увидел, что никого нету, и дал дёру. Посмотрите. Ну а мы, чтобы далеко за ним не бежать, заряжаем свое оружие. Привет, друзья! Вы снова в гостях у Потапа. Сегодня у нас в гостях, ребята, Спанч Боб, то есть Губка Боб. Но он сегодня не просто Губка Боб, а полицейский со своим целым департаментом и тюрьмой. Игра так и называется «Бикини Боттон Джейл». Imaginex, Бикини Боттон, полицейская станция и тюрьма. Вот он, полицейский участок, где, наверное, сперва находятся задержанные, а потом дальше уже попадают в тюрьму, если они в чем-то виноваты. Но сегодня мы все посмотрим, кого будет сегодня наказывать Губка Боб, а вот и кого наказали. Вот он наверху, это виновник. Он даже в тюремной форме. За что, интересно, Губка Боб его арестовал? Ребята, мы узнаем сегодня. Полицейский участок. И снова мы в Бикини Боттон с вами, ребята. В этом прекрасном городке. А развернув коробку, мы видим, какое множество игр есть с нашим Губкой Бобом. Некоторые, кстати, мы с вами уже, ребята, разыгрывали. А тут, ребята, все показано, как мы будем сегодня с вами вместе играть. И все, что может эта игрушка. Тут есть и пушка, и что-то интересное в воротах. И посмотрите, Спанч Боб, он крутится, и что-то открывается. Ну а здесь все последующие серии. Столь же интересные, я думаю. Так что нам с вами предстоит многое посмотреть с помощью компании Imaginex. И посмотрите, сколько много сказочных героев живет в Бикини Боттон. Вот здесь они показаны, их много. Ну что, ребята, начнем. Самое приятное, распаковочку аккуратненько ножницами. Чин. Здесь тоже аккуратненько ножницами. Чин. Также вот здесь тоже аккуратненько. Чин. И спокойно вынимаем. Еще мы достали из коробочки вот этого заключенного. Посмотрите, какой он интересный. Простите меня, простите, простите, пожалуйста, меня, простите. Ладно, ладно. Будешь прощения просить у Губки Боба. Постой пока там. Потом мы видим еще вот такую вот пушечку. Это не просто пушка, ребята. Эта пушка стреляет, посмотрите, чем. Это сетка. Она прям попадает и парализует, наверное, я так думаю, человека. И тут чунк. И тот даже больше не сможет убежать. Сейчас попробуем, как она работает. Предположим, ребята, то этот тюремщик захотел убежать. Посмотрите на него, как он смотрит по сторонам, увидел, что никого нету, и дал дёру. Посмотрите, это точно плохой герой. Ну а мы, чтобы далеко за ним не бежать, заряжаем свое орудие. Вот так вот. И готовим к выстрелу нашу сеточку. И смотрите, ребята, стреляем. Огонь. Смотрите, ребята, отличный выстрел. И смотрите, он хочет куда-то убежать, но у него не получается, потому что эта сетка его держит очень прочно. Все, он наш. Очень классное оружие. Да, очень оно мне нравится. Вот такая вот, ребята, эта пушка. А будет она у нас, знаете, где стоять? Она будет у нас стоять вот там вот, на крыше тюрьмы. Сейчас я поставлю и вам покажу. Вот так она будет находиться на крыше. И охранять тюрьму и полицейский участок. А если кто-то убежит, только один выстрел из этой пушки, и он будет остановлен. Вот так, значит, наши герои заходят сюда, вот в эту дверь. Отсюда начинается полицейский участок. Ну, вот так вот, как будто они зашли туда. Чик, чик. Двери закрылись. И посмотрим, что там будет происходить с другой стороны, то есть внутри, в кабинете. Ну, а тут мы видим, как полицейский Губка Боб допрашивает задержанного. А тут, посмотрите, ребята, в камере сидит задержанный. Потом дальше посмотрите, где у нас заключенный еще сидит. А сидит он здесь, наверху. Вот он. Потом его сажаем в лодку. Смотрите, что происходит. Теперь Панч Боб крутит. И улетел вниз. Лодочка чук обратно. И посмотрим, куда же он дальше улетел. А мне кажется, он улетел вот сюда. И смотрите, что дальше происходит, ребята. Опять же Губка Боб крутится. И оттуда у нас вылетает заключенный. Еще раз показываем. Вот так Губка Боб крутится. И вот так вот вылетает наш заключенный из полицейского участка. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот все у нас происходит в полицейском участке. Если нам не нравится преступник, мы так его шух и все. Ну что, ребята, я думаю, вам понравится эта игрушка. Где-то здесь должен быть дом полицейского Губки Боба. Где же он? Сейчас я все равно найду. Говорила же, что найду. Вот он, домик у Губки Боба. Ну, теперь главное мне бы его разбудить, а то я так поздно к нему еду. Мне нужно у него оставить своего заключенного. Губка Боб, Губка Боб, выходи. Я тебя жду. Выходи, Губка Боб, срочно выходи. Ну, кто это там еще мне поспать не дает? Сейчас иду. О, раз, и все. Иду.
Что случилось? Слушай, я тут везу задержанного. Вернее, вез его. И что-то у меня случилось с машиной. Начала она меня барахлить. Так что я хочу оставить его в твоем участке, чтобы он не убежал. Хорошо? Ну ладно, хорошо. Только подожди секундочку. Сейчас я быстренько переоденусь. Ну конечно же хорошо, я тебя подожду. Давай только быстренько. Сейчас я быстренько, 5 секунд и все. Губка, давай быстрее. Сколько можно уже переодеваться? Ну все, я готов. Вау, какой ты красивый. Ты посмотри, настоящий полицейский. Тебе очень идет форма. Слушай, Губка. Да, я знаю, что мне идет форма. Ха-ха-ха-ха. Вот такой я красавчик, но я еще самый лучший полицейский. Все, поехали, пора ехать. Ну что, вот мы и приехали. Ну давайте, если зайдем в участок, сперва его оформим, а потом я его сразу закрою в каталажку. Пойдемте за мной. А ну давай вперед, давай пошел. Пошел. Да понял я. Иду, 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 иду. Да никуда я не убегу. Куда я могу здесь убежать? За ним нужен глаз да глаз, он очень хитрый. В любой момент может убежать. Да не переживай ты, Джуди. У нас самая лучшая тюрьма и самый лучший участок. Отсюда еще никогда и никто не убегал. Так что давай, заходите. Давайте, давайте, проходим вперед. Проходим. Давайте, давайте, проходим, присаживаемся. Присаживаемся. Ну давай, Губка Боб, оформляй его быстрее, я поехал. Мне надо еще в участок доехать. Что-то очень долго мы с тобой возимся. Давай, так что быстрее все. Записывай и все, я жду. Сейчас я все запишу, внесу в картотеку и отправлю его сразу в каталажку. Ну давай тогда, Джуди, езжай, ты не жди, я сам все оформлю. Хорошо, все, давай, пока. Ну все, тогда я поехала. Ну все, я поехала. Все, я записал. Сейчас я тебя посажу в камеру. Так, сейчас пойду тебя внесу еще в наш компьютер. Давай, иди спокойно впереди. И не вздумай бежать. Ты отсюда все равно никуда не убежишь. Все, давай, заворачивай направо. Правильно, да, заходи в этот кабинет. Сейчас я тебя оформлю. Сейчас, подожди, занесу тебя в картотеку, в компьютере своем. И все, я отведу в камеру. Ну, все готово. Давай, полезай наверх, в камеру. Иду, иду, иду. Ну все, вот ты и в каталажке. Так, я все равно отсюда сбегу. И я даже уже знаю как. У меня есть уже план. Так, мне главное открыть вот эту маленькую калитку. Если сейчас я смогу ее открыть, то у меня все получится. Но я попробую сейчас ее открыть. Сейчас попробую. Ну все, у меня получилось. А теперь самое важное — пробраться очень тихо и убежать отсюда. Очень тихо нужно идти. Главное, очень тихо. Ой, кто это? Кто это? Ты что это, решила удрать отсюда? Я тебе сказал же, у тебя ничего не получится. А ну обратно в камеру. Ага, сейчас попробуй, ты сперва меня догони. Попробуй догони, ха-ха-ха. Если на этой лодке от тебя уеду. Ха, глупыш, давай-давай попробуй. Я уже все приготовил, чтобы поймать тебя. Ха-ха-ха, это я все так задумал, что было интересно ловить преступника. Но сейчас я пойду вниз, и мы продолжим нашу игру. А теперь смотрите дальше, продолжим. Я вам покажу еще, ребята, кое-что. Ну, сейчас я могу отсюда убежать, а потом поймаю из своей пушки. А посмотрите, как я сейчас помогу. Он прям вылетит сейчас у меня из этой двери. Итак, смотрите. Вот так его выплюнуло из нашего участка. Ну что, все равно ты меня не догонишь, не догонишь. Далеко не уйдешь, глупыш, далеко не уйдешь. Ну, порадуйся немного. А я тем временем заряжаю свою пушку, ребята. Смотрите, как сейчас с этой пушкой я его поймаю в своей сети. Итак, заряжаю и выстреливаю. Итак, огонь, залп. Все, он готов, он пойман. Ну вот и все. Сейчас спущусь и обратно его в клетку. Вот так вот. Никто еще не убегал с моей тюрьмы. Ну что, понравилось тебе лежать под этой сеткой? Смотри, она электрическая. Я знаю, тебе сейчас очень больно. Вот. Но нечего убегать. Если натворил какую-нибудь шалость, то нужно за нее отвечать. Понял? Так что все, не убегай. Все, пошли в камеру. Все, понял. Я никуда больше не денусь. Никуда не денусь. Только, пожалуйста, снимите с меня эту сетку. Эту сетку, она меня очень колет. Я больше не буду убегать. Пожалуйста, снимите. Ну, сейчас сниму. Это специально тебе так больно, чтобы ты знал, каково оно. Ну все, сейчас сниму я тебе. Ну вот все, давай, иди, заходи обратно в камеру. Иди, садись к себе. И не вздумай больше бежать. Конечно же нет. Я больше никогда в жизни не буду нарушать закон. Бикини Боттон. Ну все, пойду к себе в камеру. Я никогда больше не буду убегать. Это так больно. Ой, так больно. Я больше никогда не буду отсюда убегать. Если мне сказали находись в камере, я и буду находиться в камере. Все, я больше не буду. А сейчас я тебя ради наказания посажу вот в эту круглую черную камеру. Специально для таких, как ты. Чтоб ты немного посидел на жаре и подумал. Я не хочу туда, я не хочу туда, я не хочу туда. Ну все, уже поздно. Не надо было убегать. Так что пошли, пошли за мной.
Это очень черная камера, страшная. Я знаю, круглая, черная, жаркая камера. Сейчас я в нее залезу. Ну вот, я знаю, это мое наказание. Вот теперь я здесь и буду. Буду здесь сидеть, пока я не исправлюсь. Всем пока. Ну вот, друзья, вот такой вот у нас полицейский участок и тюрьма. Видите, как здесь все четко охраняется. Отсюда никто никуда не убежит, и каждый получает свое наказание вовремя. Так что, если что, кого-то нужно наказать, звоните. Мы всех негодяев примем к себе и отучим их убегать и просто нарушать общественный порядок. Ну все, ребят, всем пока. Будем ждать вас, Бикини Боттон. Бикини Боттон, ребята, ждет вас.